Остаются только добрые дела. 4 марта исполняется 102 года со дня рождения Николая Григорьевича Лаврентьева, директора завода имени Орджоникидзе, заслуженного машиностроителя РСФСР, депутата Верховного Совета РСФСР 8-го созыва с 1971 по 1975 год, почетного гражданина Мурома. За 26 лет, что Николай Григорьевич находился у руля завода имени Орджоникидзе, ныне Муромашзавод, предприятие вошло в разряд лучших в отрасли. Благодаря проведенной реконструкции, совершенствованию технической организации, завод постоянно обновлял ассортимент изделий. В то время предприятием были построены детская музыкальная школа номер 3, дворец спорта АК, парк на улице Льва Толстого, детский дом культуры «Орленок», собственный медицинский центр с бассейном, сауной и невиданными ранее для города процедурами. В эксплуатацию было введено более 300 тысяч квадратных метров жилья. И вот накануне Дня памяти этого человека с большой буквы 3 марта в детской музыкальной школе имени Николая Григорьевича Лаврентьева состоится праздничный концерт преподавателей и учеников. Начало в 17:00. Вход свободный. Не упустите возможность послушать живую музыку и вспомнить нашего почетного земляка.